Будете неясно в моих словах. Алло. Что тебе, бабло же, блядь? Контора, кредитное кафе, что, блядь, забыла? Ну и ты где? Ты что, бухая брала деньги, блядь? Хочешь, я тебя сейчас свяжу с конторой этой. Они тебе перезвонят, и с ними будешь базарить. На этот номер телефона тебе звонить? В смысле? Вот мне интересно, а что это ты Интертелеком взяла, а не Киевстаром своим пользуешься, а? Ну, конечно, блядь, потому что ты чему нихуя не платишь. В общем, жди, через 5 минут сейчас тебя наберет эта контора. Сейчас тебе наберет контора, с ними будешь базарить. Нет, нахуй это я тебя буду слать, а с ними побазаришь обычно. Все, жди, жди, сейчас тебя наберут, блядь, тугая ты. Какого биса ты взагалі сюда лезешь? До боржниці. Сюди лізеш, якого біса взагалі? Якого хріна ти представляєшся іншою особою? Хочеш, давай я зараз подам на тебе заяву, що ти прикидуєшся третьою особою. Що ти надаєш недостовірні дані. 183 стаття Кримінального кодексу України тобі про щось говорить? Не говорить журналістка Тетяна, навіть законодавство не знаєш. А 190 та 192 Кримінальний кодекс України говорить про щось? І що далі? Нічого? Ну гуляй городами, пішла нафіг, журналістка срана.